Здравствуйте, ребят. Это Денис Кочерга, руководитель клуба «Казоку» в Услабинске. Ребят, слушайте, я хочу просто сказать такую новость, что мне в группе нужен реальный помощник, человек, потому что группа будет реабилитироваться. Вот. Я понимаю, что у нас народ постепенно собирается. Вот. Но нужно добавлять материал, контент в нашу группу. Я, кстати, этот видос тоже залью и в YouTube, не для того, чтобы там типа что-то, как сказать, понтануться и все в таком плане. Нет, просто такая ситуация, что я один не справлюсь с тем всем материалом, который есть. Вот, поэтому я хочу, чтобы кто-то действительно мог помочь нашей группе и пособирать народа, потому что для меня группа и люди многое значат. То есть это не просто для меня там, да, группа, которая просто существует. Для меня аниме это все. Вот. Поэтому я хочу, чтобы кто-то мне в группе реально помог. Вот. Это первое. Я действительно очень ценю тех людей, кто сидят ВКонтакте. Вы для меня действительно все. То есть не просто люди, которые там находятся в другом городе, да, там, и все в таком плане, а в том плане, что мне действительно нужны помощники, которые будут помогать. То есть нужны реальные помощники. Я хочу, чтобы кто-то понимал, что группа — это жизнь, которая в ней также течет. Вот. Поэтому, как сказать, я очень вас действительно всех люблю. То есть я собираю вас не для того, что просто так, да, там для количества. А нет, вы для меня все реальные люди. Поэтому, как бы, я очень буду рад за поддержку вашу, теплоту и заботу, которую вы, в принципе, сможете мне дать. Вот, вы обращайтесь, пишите, я буду в WhatsApp, ВКонтакте, также в YouTube. Поэтому я хочу, чтобы вы понимали всю ситуацию, что мне нужна реальная помощь. Я уже спрашивал некоторых людей, но некоторые просто пока молчат. Вот, и просто из-за той ситуации, что моя бывшая девушка просто нагло украла группу. Поэтому, знаете, я хочу, чтобы эта группа существовала. Она, конечно, старая, она давно была основана. Но, понимаете, в новой группе были даже и продажи дисков. Поэтому я как бы и помогал людям. Я продавал диски, продавал аниме. Поэтому я также хочу, что вы... Ну, я в долгу не останусь. Я, если чем-то тоже смогу, я, конечно же, помогу. Поэтому нам нужно как бы добавлять материал, помогать друг дружке и понимать, что для любого участника группы мы как семья. Действительно, мы не просто названы там группа как Казоку, а в переводе с японского это означает семья. Поэтому я очень надеюсь на те отзывы, которые вы привнесете, скажете. Я не хочу, чтобы кто-то грубо отвечал. Поэтому, ребят, пожалуйста, вникнитесь в ситуацию, что я один не справлюсь, я тоже человек, у меня тоже своя личная жизнь, которую я тоже должен как-то развивать, продвигаться. Поэтому я всегда буду благодарить тех людей, кто мне реально сможет помочь. Я вам говорил, что я добавляю людей не просто из-за того, что там для количества, а я к любому человеку отношусь с уважением и тоже буду его понимать, потому что мы все люди. Поэтому, ребят, давайте как-то помогать друг другу, знать, что мы не просто так добавлены, а мы действительно семья, которая также объединит тех единомышленников, и нас действительно как бы объединяет аниме. Так что, ребят, я очень надеюсь за ваше понимание, поддержку. Вот. Поэтому давайте как-то относиться друг к другу человечески, и чтобы все было пучком, не было никаких ссор, стычек. Вот я написал еще пост, который вы, в принципе, должны были заметить, что нам не хватает помощников. Вы пишите тогда в личку, нам нужны редакторы,
кто будет добавлять обсуждения и заливать материал, который сможет. Эту группу надо оживить. Просто такие обстоятельства возникли. Я вас всех очень люблю. Давайте, ребята, на связи. С вами Денис Кочерга. Давайте.